Всем привет, меня зовут Алексей, в моих руках акустическая гитара DeMarco K319. Эта гитара сделана в корпусе Dreadnought, самая известная форма акустической гитары. Также здесь есть вырез под левую руку, поэтому если ты планируешь разбирать какие-то соло-партии, то упрощен доступ к более высоким ладам. Верхняя дека этой гитары сделана из массива кедра. Обечайка и нижняя дека из палисандра. Как вы знаете, кедр дает более мягкий и более теплый звук, чем елка, но при этом он все еще яркий. А палисандр вносит звук низ, середину и объем и балансирует звучание. Гриф махагоновый с накладкой из палисандра. Гитара покрыта матовым лаком, очень круто выглядит, и на матовом покрытии не остаются следы от пальцев, поэтому не нужно будет заморачиваться с полировкой. Также здесь очень необычные инкрустации в виде звездочек. И если вдруг вы забыли, на чем вы играете, гитара DeMarco, играете какие-то соло-партии, и тут, оп, напоминалочка о том, что вы играете на DeMarco. Выглядит гитара круто. Давайте послушаем, как она звучит. Классная гитара, удобно лежит в руках, очень мягко, тепло и в то же время ярко звучит. Эта гитара подойдет как новичку для более комфортного обучения на инструменте уже классом повыше, так и опытному гитаристу эта гитара в руках тоже доставит массу удовольствия. Выбирайте гитару правильно. Всем пока!